Девушка на завтра уже готовит такую красоту. Посмотрите, это будут булочки бриоши. В сливочном с каком-то сливочной заливке, да, дочь? Или в молочной в какой-то. Какое тесто нежное, вы не представляете себе. Просто обалдеть. В сливках, да? Обалдеть. Ты все-таки украл его? Да. Че ты стащил сахарницу? Ах ты засранец. Говорила не брать. Вот. Девушка их укладывает, потом отправит в духовочку. Че, в гараже тесто хорошо поднялось, пойди, да, дочь? А, ну и тут отлично. И тут поднялось. А ты рулет уже вытащила или еще нет? А можно его снять? Ну, я не буду открывать. Можно открывать. Можно? Ой, я вам сейчас покажу такую красоту. Девушка печет. Отойди, макарушка, горячо. Меренговый рулет на завтра. Вон, посмотрите, какой красавец. Он уже часа два стоит. Его уже будет Ева сейчас вытаскивать. Полтенный. Че ты свои болячки показываешь? А? Такая прелесть. Посмотрите на эту красоту, это же просто нереально. Это девушка спекла безе, которое я показывала, стояла в этом духовочке. Оно все шикарно просохло, сейчас очень такое, слышите, нежное. Вот так вот, сейчас она его будет. Что там дальше с ним надо делать? Промазывать и сворачивать? Оно у нее получилось нереально высокое. Я даже не знаю, как оно завернется. Вы посмотрите, просто обалдеть. Шикарное. Туда фрукты и крем, да? И сворачивать. Ну, мы с вами соснимем сейчас этот процесс. Просто какое-то волшебство. Саша обожает этот рулет. Девушка для него его готовит. Ты будешь его с персиками делать? Оно, наверное, с малиной бы тоже вкусное было, да? Ну, да, наверное. Или малина раскиснет. Безе сладкое, малина кислая. А ты же делала тогда вот заварные пирожные с малиной, тоже были классные. Но сегодня у нас будет с персиком. Вот, у Евушки подходят булочки. Эти малышки. Это булочки-малышки у нее, да. Большие. А большие вот. У нее везде они сегодня. У нее очень много булочек. У нас завтра очень грустный день. Очень печальный день. Евушка сегодня... Если честно, целый день проплакала. Не могла собраться с силами. Сейчас вот только 11:30 у нас. И она вот... Так, фокус вот. И она только спустилась и начала, смогла что-то сделать. Потому что у нас завтра 40 дней, как нет нашей любимой бабули. Девочек бабули. Сашиной мамы. Вот. Итак, я тут... Мне разрешили поучаствовать. Я тебя не смущу? Не смущу? Нет. Хорошо просох, прям видно. Да. Прям шикарно. А ты ножом попробуй вот туда. Короче, я молчу. То я начинаю вечно советовать. Представляете, кто кому, блин. Такой он нежный, это просто, ребята. Он так просох шикарно. Я не представляю, что это будет завтра. Это просто будет отвал башки. Нож, вот тут может быть обнож под этого и накладываем. Ну да. Это чего, из чего крем, дочь? Сливки? Сливки, Филадельфия, ну, сыр Филадельфия и этот. Это надо вот так закручивать или вот так? Вот так. Вот так, короткий он будет, да, такой? Да. Короче, чем, ага, понятно. Ну, я тоже думаю, так как-то, наверное, не закрутится. Ну, он огромный, поэтому по чуть-чуть резать его нужно. Угу. Я тебя перебила, Филадельфия. Сливки и сахарная пудра. Угу. Крем такой воздушный вообще, как и сам рулет.
чуть-чуть больше сделала крема, чем в прошлый раз. Так он у тебя, мне кажется, и сам какой-то побольше. Он упал, да, чуть-чуть. Вот мы с тобой полуночники. Вечные. Сейчас я его зашпаклюет. Ты потом снимешь видео рецептов? Угу. Ты меня сейчас тоже будут спрашивать, а я откуда знаю? Я знаю только, что это нереально вкусно. Мы это ели уже, и это просто вот реально взрыв мозга. Очень вкусно. Так, это персики, да? Угу, да, я их порезала. В прошлый раз я выжила меньше персиков, но я поняла, что вкуснее, когда его побольше. И папа говорит, что я сырое манго не ем, я ем только в Евином рулете. Сегодня выяснилось, что это были персики. Так что он вообще ни разу сырое манго не ел. Это так было смешно на него смотреть. Он говорит, я только в рулете в Евином люблю манго. Это оказалось вообще не манго. Он у нас очень любит персики, виноград. Но персики от манго не отличил. Ну, потому что, видимо, они консервированные, они, конечно, да, там было... запаха нет, и они немного другого вкуса. Или пахнут персиками? Да нет. Текстура похожа тоже очень. Да, сейчас реально очень похоже на манго. И цвет прям такой оранжевый. Угу. Я точно тебе не помешаю, если буду снимать, как ты будешь заворачивать? Я надеюсь, что нет. Я не знаю. Но... теперь мне страшно. Ну, если что-то ты скажешь, я сразу уйду. Окей? Да, я тоже вспомню, что я его купила тогда. Так, ну что, поворачиваем. Точно с этого края? Не с того, где ты меньше положил персик. Нет. Ага. Ты чё? Короче, я молчу. Сори. Может его упереть тебе к стенке? Или мне подержать там? Да нет, в прошлый раз я как-то и без стеночки. О, пошло. И надо здесь прижать. Угу. Как оно хрустит, обалденно просто. Как снег. Ну, сухое, реально, прям суперское. Оно хрустит прям как снег. Ну, оно выглядит, конечно, как-то... Оно шикарно выглядит, сверху крем. Некоторые делают, мы не делали, не будем. Просто вот такое полено, гляньте. Самое интересное, оно сейчас пропитается все, и внутри будет такая нежнятина. Да, главное, лучше на ночь делать. Да, чтобы он постоял, и внутри он какой-то становится прям, я не знаю, как это объяснить, я... кремовый, да, просто как будто прям угу. Крем. Слушай, я думаю, это реально намного сложнее будет. Может быть, пусть так и стоит? Много. Ничего страшного. Пусть постоит, может быть? Не, его надо сразу брать в холодильник. Холодильник? Ну, давай. Обалденно, какой красивый. Он
просто сильно сегодня потрескался, потому что он был нереально высокий. Да, он почему-то поднялся. Он почему-то очень сильно поднялся, как дрожжевое тесто. Но он очень красивый, и я вам отвечаю, будет очень вкусно. Он прям реально выглядит как полено, такой прикольный. Так, сейчас я его переложу. Сейчас его будешь убирать в холодильник, да? Угу. Ну, классно. Я тут крошечку подниму-кась. Безе просто тает во рту. А еще Ева делает безумно вкусные пирожные из безе. Как они называются, Ев? Снежки какие-то? Очень вкусные. Между собой слепляются с кремом сливочным. Просто тоже нереально. А, там еще кокос, да, есть? Кокосовые стружки, они обвалены. Обвалены в кокосовой стружке, да. Ну, короче, просто вообще она тоже сделает нам. Как-нибудь вы посмотрите. Всем доброе утро. Мы собираемся в школу. А где Макар? О, уже в машине. Только я не была, что ли? Я вас не слышала. Ага. Мы с тобой опоздавшие, дочь. Все уже вышли. О, Бекки с ума сходит. Ой, как прохладненько, однако. Макарушка, ты здесь, сынок? Мои умнички. Сейчас. Пахнет перемешка с лекарствами в этом магазине, мне кажется, поэтому. О. Нет. Сегодня не коробочки, да? Он же его знает, он даже не спрашивает уже сколько. А, спросил? Ты показал? Я даже не заметила. Ты сегодня на коробке все-таки? Сегодня, оказывается, обычный ежедневный завтрак. Ладно, в следующий раз. Что там next time, дочь, в четверг? В следующий раз посмотрим. Что там в коробочках? Едем домой. Хочется вырвать, но это из машины укачала мою маленькую. Мишельку укачала в машине. Тошнит, говорит. Иди, Ляш. Бекки, ну-ка домой. Бекки. Ева, позови, пожалуйста. Бекки, Бекки, Бекки. Давай, Макарушка, пойдем. Тяжело тебе? Да. Это молодец. Да. Угу. Итак, посмотрим, что у нас сегодня есть. Вот такой вот бургер маленький, там просто внутри. Либо колбаса, либо котлета. Он замороженный, я не вижу. Тише. Тут цинамон ролл. Это булочка с корицей и с белой помадкой. Моя. Тише, Макарушка, пожалуйста. Это что-то типа наггетсов. Вот такие вот духовки делаются. Сосиска в тесте. Тоже для духовки. Так, здесь мини-панкейки на один укус такие. Как блинчики. Такие, как, ну, в общем, оладушки по-нашему. Моя. Тише, Макар. Это с сыром сэндвич. Тоже замороженный. Ну, в общем, вот там, видать, сыр. Булочка такая с сыром. Дальше. Два шоколадных молока. Простое молоко. Это зеленое яблоко. Сок стопроцентный. И обычное яблоко. Стопроцентный сок. Это семечки. Зерна семечек очищенные. И яблоко, да, Макарушка. Яблочко. Я борщ. Борщ? Да. Скажи, это цукини? Нет. Кабачок. Огурцы, он сказал? Это не огурец, кабачок, сынок. Кабачок, цукини, клюква сушеная и все. Зеленый. Да, цукини, ага.
Вот таких вот три набора сегодня. Ой, четыре, еще три. Ну, я вижу три, один раскрытый. Еще три, то есть всего четыре набора. Мама, я. Мы получили. Да, и клюква, я же сказала. Мама, я. Ну, все, я пошла готовить блинчики. Пойдем макарошка жарить. Девушка достала свой рулетик, порезала с персиками. Посмотрите, какой он нежный, воздушный просто. Это безе, оно обалденное. Вот еще такие булочки девушка сделала.